В республике началась реализация проекта «Этническая Чувашия». Деньги выделены из федерального бюджета по программе развития внутреннего и въездного туризма в России. На стройплощадке вместе с премьер-министром и министром культуры побывали мои коллеги. Пока здесь пустынно, только рабочие ведут линию электропередач. Красиво и многолюдно станет через несколько лет. Поляна в лесу заполнится интересными объектами. Через речку наведут живописные мосты. Большой гостевой этнокомплекс для туристов будет демонстрировать своеобразие чувашской культуры в эксклюзивном варианте. В кластер «Этническая Чувашия» входят сразу два проекта. Этнокомплекс «Амазония» на территории парка 500-летия города Чебоксары и комплекс «Ясно» в Кшаушском сельском поселении Чебоксарского района. Для его постройки здесь выделено 58 гектаров земли. Здесь такая настоящая деревня планируется с гостевыми дворами в стиле чувашской архитектуры. Вот, с гостевым детским центром, со здравушкой по старинным методикам наших бабушек, когда врачевали благодаря травкам, общению с природой, жизни в гармонии с природой. Здесь же гостевой детский центр, который предполагает работу с детьми и в факультативном формате предмета экологии жизни. Это и экскурсионный маршрут, и мастер-классы. Проекты логически взаимосвязаны. Этнокомплекс «Амазония» – это начало туристического маршрута под названием «Великий Волжский путь», тогда как «Ясно» является его продолжением. Этнокомплекс сделает Чувашию привлекательной для туристов и, возможно, поможет в привлечении инвестиций в регион. Кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места для местных жителей. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.